Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня глава региона Бельгазы Кусаинов сообщил о кадровых изменениях в социально-предпринимательской корпорации СРРК. В Караганде многодетная семья может остаться без крыши над головой. Чрезвычайное происшествие в центре Караганды. Средь бела дня сразу на два новеньких автомобиля рухнуло дерево. Сегодня глава региона Бельгазы Кусаинов сообщил о кадровых изменениях в социально-предпринимательской корпорации СРРК. Председателем этого акционерного общества назначен Талгат Абельда, который ранее занимал пост заместителя акима области. Талгат Абельда родился в 71-м году, имеет два высших образования, окончил технико-экономическую академию, кино и телевидение, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Имеет техническую и экономическую специальности. Работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, в системе фонда национального благосостояния Самрук-Казына и в акционерном обществе «Казатомпром». С апреля 2010 года на государственной службе был заместителем акима города Караганды по экономическим вопросам, развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства. С октября 2011-го являлся заместителем акима Карагандинской области по сельскому хозяйству и социальной защите населения. Аким области Абельгази Кусаинов представил коллективу СПК СРРК нового председателя и поставил перед вновь назначенным руководителем и коллективом социально-предпринимательской корпорации ряд задач, которые следует решить в ближайшей перспективе. В частности, глава региона отметил, что необходимо повысить эффективность работы в сфере недропользования, больше внимания уделять работе центра обслуживания инвесторов, выбору стратегических партнеров, а также продвижению и повышению результативности инвестиционных проектов. Сама индустриальная инновационная программа была продумана, и там есть слово «инновация». Вот в этой части мы должны крепко думать, и особенно СПК. Инновация, она очень сложна для предпринимателя в каком плане? Потому что там есть, безусловно, риски. А здесь государственная поддержка, и с этой точки зрения надо внимательно посмотреть, и все те новые проекты, которые будут реализовываться в Ване, мы должны доверять 10 раз. Тем временем на освобожденную должность заместителя акима области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением главы региона назначен Кайрат Капарович Айтуганов. Кайрат Капарович Айтуганов родился в 1962 году, имеет два высших образования. В 1984 окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, в 2000-м – Алматинский институт энергетики и связи. По квалификации ученый-агроном, инженер-экономист, доктор экономических наук, обладатель ордена Курмет. До назначения работал заместителем председателя правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Казагро». В здании областного акимата глава региона Бельгазы Кусаинов провел информационную конференцию. Основным вопросом являлись назначение кадров в акимате, также внедрение новых технологических и исследовательских центров в здании «Нур-Отан». В рамках данного совещания глава региона сообщил о кадровых назначениях. По его словам, в ближайшее время соберут одну группу и начнут обучение. В данном случае кадровые решения имеют важное значение. Потом сделаем анализ, определим оптимальные сроки проведения этих курсов, определимся по категориям. Это должны быть руководители первые, это должны быть, допустим, на крупных предприятиях их подразделения. Может быть, даже включая до руководителей цехов. Также Абельгазы Кусаинов поставил перед вновь назначенным руководителем и коллективом социально-предпринимательской корпорации ряд задач, которые должны решиться в ближайшее время. По словам акима области, особое внимание должны уделять реализации государственных программ, в которых участвует СПК. Большое внимание должно уделяться продвижению и повышению результативности инвестиционных проектов в сфере АПК. СПК должно принимать активное участие в решении социальных и экологических проблем развития региона. Уверен, что накопленный опыт, знания, потенциал региона помогут ему справиться с поставленными перед ним задачами. Мирамгул Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям области провели занятия с детьми, отдыхающими в детских лагерях Каркаралинского района. В игровой программе на тему безопасного поведения на воде и правилам пожарной безопасности отдыхающие в лагере с удовольствием принимали активное участие.
Обучение детей началось в детском экологическом лагере «Каркаролинск». Здесь малышам показали мультфильмы, посвященные пожароопасному периоду и правилам поведения на воде. После увлеченного просмотра роликов дети наперебой отвечали на вопросы сотрудников ДЧС, после чего ребята приняли участие в викторине, по итогам которой самых активных наградили грамотами. Дети очень были активны, мы задавали вопросы разные по воде, по пожарам. Они смотрели мультфильмы по недопусканию пожара. Особенный восторг вызвал показ пожарной техники. Некоторые дети видели пожарную машину так близко впервые и не смогли скрыть свой восторг. Каждый хотел узнать как можно больше информации о работе пожарных, а кто-то смог воплотить детскую мечту и на мгновение облачиться в специальную форму пожарного. Такая возможность выпала и 14-летнему Нурлану Совет. Первый раз одел пожарный костюм. Всегда мечтал его одеть с самого детства. Мечтал быть пожарным. Но самое интересное было впереди. Детям продемонстрировали, как спасатели борются с огнем. Это очень важное мероприятие. Вот мы, как вот сейчас прежде сказал, это прежде всего предупреждение детей. Им лучше понять и дать. Безопасности, пожарной безопасности и остальным мерам. Отдельное внимание было уделено и безопасности на воде. Известно, что в этом году в водоемах области утонули 24 человека, из них пятеро – детей. Так, заместитель начальника водно-спасательной службы Петр Ницек рассказал детям о необходимых правилах безопасности и в очередной раз попросил быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха вблизи водоемов. Сейчас профработу усиленно проводим профработу. И вы видели, чувствуется все-таки, раз показатели здесь такие нулевые, по ЧП, то чувствуется, когда сейчас смотрели, значит, как ребята знают правила поведения на воде, как должно быть эксплуатироваться плавсредства. Чувствуется, что здесь профработа ведется с ОЧС на 100%, скажем прямо так. Детям обучающая программа понравилась. Ведь приятно совместить отдых в таком живописном месте, как Каркаролинск, с получением знаний и навыков, которые так необходимы в нашем современном мире. Ну, я знала, что как спасать людей, как спасать себя, как плыть в воде. Но это важно для всех, очень важно. Потому что каждый должен спасать свою жизнь. На этом мероприятии я узнала правила безопасности, как нужно вести себя на воде при чрезвычайных ситуациях. Узнала много нового, как нужно себя спасти и людей. Ирина Камышова, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде многодетная семья может остаться без крыши над головой. Собственной квартиры у большой семьи нет, а снимать жилье нет средств. Когда семья из 7 человек получит жилье по госпрограмме, пока неизвестно. Родители и их дети рискуют остаться на улице. В квартире семьи Рекбековых сумки с вещами никогда не разбираются. Со дня на день в съемную квартиру придут новые хозяева и попросят семью из 7 человек освободить жилплощадь. Куда идти дальше, они не знают. Келет. Свет кисть постоянно, кисть постоянно, суток кисть постоянно, кисть постоянно. Мен без паламен, свет цез, сус отралмай. Наша семья попала в безвыходную ситуацию. У нас пятеро детей. Двое школьников, двум еще нет года. Старшая дочь в этом году закончила школу. В семье работает только мой супруг. Он грузчик на рынке. Зарплата совсем маленькая. Большая ее часть уходит на оплату съемной квартиры. Как жить в таких условиях, мы не знаем. Семья Рекбековых приехала в Караганду 15 лет назад из маленького поселка Нуринского района. Глава семьи рассказывает, что и там жизнь была не в сладость. Воды нет, работы нет. К сожалению, и областной центр Рекбековых не встретил с распростертыми объятиями. В поселке Энгельса они купили дом, но он оказался аварийным. Пришлось съехать. После акимат выделил семье квартиру в 15-м микрорайоне. Однако и там долго прожить не удалось. Нашелся хозяин, и многодетной семье пришлось снова искать крышу над головой. Тут родился пятый ребенок, и стало еще тяжелее. Сейчас многодетная семья скитается по съемным квартирам. Однако платить за аренду квадратных метров им попросту нечем. Пособия на детей они не получают, а тут еще и это.
Пришла хозяйка. Говорит, освобождайте квартиру, мол, продала она ее. Мы с семьей не знаем, куда идти. Мы не можем себе позволить постоянно снимать квартиру. Денег нет. Придется жить на улице. Но как же так? Мы граждане Казахстана и с 5 детьми будем жить на улице. Если нам не помогут, мы поедем в Астану к президенту Нурсултану Назарбаеву. Другого выхода у нас нет. Сейчас многодетная семья существует в условиях жесткой экономии. Макароны, хлеб и вода, мясо и конфеты только по праздникам. Я гулял во дворе, мой друг купил мороженое. Я тоже захотел. Попросил у мамы 100 тенге, а у нее денег не было. А я так люблю мороженое. На жилье по госпрограмме они даже и не надеются. Очередь на квартиру, как говорит мать большого семейства, подойдет лет через 10. Где жить им все это время, они не знают. Нас поставили в очередь на жилье от государства, обращались в акимат. Они лишь разводят руками, говорят, ждите свою очередь на жилье. А мы по счету аж 4145-й. Помогите нам, нам некуда идти. Мы останемся на улице. Несмотря на безвыходное положение, семья Арикбековых не теряет надежду и каждый день молится, чтобы власти помогли им с жильем. Ведь идти членам многодетной семьи, да еще и с ребенком на руках, попросту некуда. Ирина Камышова, Тулиген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. Жители улицы Гоголя, на которой уже несколько недель ведутся работы по замене теплоцентрали, крайне возмущены. Без их согласия близ жилого дома возвели то ли туалет, то ли душ для рабочих. В ситуации разбирался наш корреспондент. Сделали туалет прямо через забор. Это жители двухэтажки по улице Гоголя 3. В 5 метрах от их жилья за одну ночь выросла вот такая будка. Здесь, по словам возмущенных жителей, будет не то туалет, не то душ для рабочих, которые проводят на этой улице ремонтные работы. Общественную уборную построили без согласия жильцов. Пока кабинкой не начали пользоваться, но жители в предвкушении последствий забили тревогу. То это, скорее всего, будет все переполняться, и все это будет течь под дом. Жители первого этажа будут дышать в течение всей зимы фекалиями. У нас подвалов нет, у нас это все будет буквально под полом. Возмущенные горожане показывают, как выглядит кабинка изнутри. Вот вы сами наглядно видите вот эту вот бочку, да, вот эту вот ржавую, да, собираются сливать все, да. Каким образом они собираются тут это все потом убирать? Это все будет выливаться, и мы, сами понимаете, ну, ужасно. Близ дома, да, во-первых, тут гуляют маленькие дети, это тоже небезопасно. Вонь будет стоять неимоверно. Жители дома, возле которого и выросла постройка, обращались к начальнику бригады, для которой и предназначается душевая. Однако этот самый начальник с жителями был не сильно разговорчив, не представился и должности своей не сказал. А о документах, разрешающих данную постройку, он и вовсе умолчал. Мы выходили с соседями, спрашивали по поводу разрешения. Есть ли у них разрешение на установку вот этого вот туалета, как они говорят, душевой кабины. Никаких документов они не предоставили, все просто на словах. Жителям лишь пообещали, что все отходы будут регулярно вывозить. Здесь не проедет ни одна машина, которая будет, да, это убирать, во-первых. Во-вторых, земля впитает вот это вот все, вот эта вот жидкость, грязь, да, впитает, и как засыпай, не засыпай, как бы разницы не будет, запах будет стоять. И... Туалет – это не последняя проблема, с которой столкнулись жители улицы Гоголя 3. После того, как начались работы на дороге, здесь была просто стерта с лица земли тропинка, по которой ходили пешеходы. На ее месте образовалась дорога. Теперь здесь регулярно проезжают автомобили, расположенный рядом автомагазин. Между тем, выяснить, кому же все-таки принадлежит туалет-душевая, не удалось. Известно лишь, что работы на этой улице ведут бригады компании «Теплотранзит» и подрядчики горкомхоза. Чрезвычайное происшествие в центре Караганды. Средь бела дня сразу на 2 новеньких автомобиля рухнуло дерево. К счастью, жертв удалось избежать. Вот только на восстановление престижных иномарок хозяевам транспортных средств придется изрядно раскошелиться. Результат, в принципе, того, что как бы наши
коммунальные службы просто-напросто не выполняют свои обязательства, обязанности. Хозяин БМВ обедал неподалеку, когда сработала сигнализация его автомобиля. Владелец легковушки даже и представить не мог, что на его иномарку могло обрушиться дерево прямо в центре города. Сухое дерево упало сразу на два автомобиля. Сильнее пострадала машина Toyota Land Cruiser Prado. У автомобиля поврежден капот, зеркала и левое крыло. Ну и чтобы восстановить БМВ, говорит владелец авто, придется затратить несколько десятков тысяч тенге. По идее, дерево должно принадлежать КСК, который есть в этом доме, но КСК, как оказалось, нету. Отвечает вообще неизвестно, кто за этот дом, а с кого сейчас взыщешь деньги. Денег, несколько. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На день столицы Астаны маленькие жители Караганды собрались в кинотеатре Саржалау и подарили Астане свой подарок – рисунки. Рисовали юные художники достопримечательности Астаны. А в подарок получили мороженое и бесплатный просмотр фильма «Байтерек». В честь дня рождения Астаны маленькие жители города подарили свои рисунки. В процветающей столице сотни небоскребов, красивых аллей, монументов и достопримечательностей. Но юные художники чаще всего рисовали байтерек, так как байтерек – символ Астаны, говорит участница конкурса. Когда я была в Астане на соревновании, мы гуляли, я забиралась на байтерек, там очень красиво сверху смотрится. Потом мне понравился там Ханшатыр. Дети рисовали известных ханшатыр, байтерек, пирамиды и все, что связано с Астаной. А в подарок получили от организаторов бесплатное мороженое и просмотр документального фильма «Байтерек». Мы гордимся своей Астаной, мы гордимся расцветом Казахстана, мы верим в будущее нашего Казахстана. И сегодня в кинотеатре «Саржаляу», который действует всего лишь где-то чуть более года, проводится очередное мероприятие. Оно посвящено Астане, Дню Астаны и с приглашением детей. Здесь сегодня очень активное участие принимают школы города Караганды и особо хотела бы подчеркнуть дворовые клубы. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Максимальный охват населения массовым спортом. Благодаря этой инициативе президента страны в районах нашего города стали появляться многофункциональные спортивные площадки. Теперь Октябрьский район обзавелся новым спортивным объектом, благодаря немалым вложениям спонсоров. Этот спорткомплекс был подарен компанией «Кастрансойл» Октябрьскому району ко дню рождения столицы. Стоимость всего проекта составила 37 миллионов тенге. Такое строительство стало возможным благодаря программе «Социальная ответственность бизнеса». В связи с тем, что у нас в Октябрьском районе нету ни стадионов, у нас малое количество спортивных площадок, было принято такое решение обоюдно, что данную спортивную площадку построить именно здесь, на Востоке 3. Почему именно это было место определено на Востоке 3? Если мы возьмем территорию, реально, то у нас дворовых клубов в Октябрьском районе, они расположены в основном в 14-м, 15-м, 12-м микрорайоне. А Верхний Майкадук у нас, в общем-то, как-то не охвачен. Поэтому было принято решение о том, чтобы эту спортивную площадку построить здесь. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении количества подобных объектов в Майкудуке. Такие спонсорские вливания существенно помогают бюджету города, средства из которого при таком строительстве не тратятся. Далее в планах строительства спортивно-оздоровительного комплекса, тут же в Октябрьском районе. Ну а как только вся программа будет выполнена тут, дело дойдет и до других районов города. Спонсоров для будущей стройки уже ищут. Александр Крылов, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите ей поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сабон Уздар.